Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Хардстоун. Так, что тут у меня? Мастер заклинаний, 5 побед паладином или воином. Что ж, пойдем на арену. 150 монеток я тут подсобрал. Так что можно сходить на арену. На арену идем. Ну и однозначно воин, у нас на него квест. Победа или смерть. Берем воина. И понеслась. Вот эту штуку никогда не люблю использовать. Здоровье ваших существ не может опуститься ниже 1 единицы до конца хода. Вы берете карту. Вот это хорошая штука. Для набора карт. Командир песни войны. Конечно, хорошая, но теперь ее пофиксили. Я лучше вожака. Так, чудесный дракончик. Крутая карта. Щитоносец Сенджин мне очень нравится. Вихрь, все фигня. Давайте хмелеванчика возьмем. О, легендарки. Призывает на сторону вашего противника 2 дракончиков 1-1. Рывок зато есть. Рывок, иступление плюс 6 к атаке. Слушайте, вот это неплохая легендарка. Возвращает существо в древозявра или белку 1-1 в дьявозавра. Плюс 6 это один раз. Блин, а? Ладно, я возьму вот этого. Хотя тот тоже был крутой. Так, давайте еще одного вожака лютоволков возьмем. Давайте дракончика зацепим. Нравятся они мне. Так, здесь щитоносец однозначно. Нужно больше существ брать. Так, магический. Каждый раз, когда вы разыгрываете заклинание, вы берете карту. Смертельный удар. Если у вашего героя 12 или меньше единиц здоровья, вместо этого наносит 6 единиц. А так 4. Понятно. Ну я возьму тогда... Блин, ну у меня из заклинаний-то ничего нет. Ну ладно, давайте гоблина. Или магического. Да нет, надо гоблина аукциониста брать. Злой надсмотрщик. 1 единицу урона выбранному существу. При этом существо получает плюс 2 к атаке. Злой надсмотрщик неплохо, можно добить. Ну ладно, давайте командира песни войны возьмем. Так уж и быть. Повелителя боевой арены. Вы берете карту за вашего персонажа... С неполным здоровьем. Не, я повелителя арены лучше возьму. Оружие, удар героя. Ваш герой получает плюс 4 к атаке. Слушайте, неплохой вариант. Давайте возьмем вот эту. Так, щитоносец еще один. Заходи. Третий. Так, ну теперь, наверное... О! Внутренняя ярость. Неплохо, кстати говоря. Еще одна внутренняя ярость. Давайте. Еще одна внутренняя ярость. Давайте. Казнь однозначно нужна. Так, теперь заходи, оружейница Арати. Несущийся кода, неплохое существо, может помочь. О, огненная секира, заходи. Вообще круто. Так, дворф черного железа, нормально. Боевой клич замораживает, давайте ледяного элемента возьму себе. Арканитовый же... нет, тоже хорошая палка. Так, мощный удар щитом наносит выбранному существу 1 единицу урона за каждую единицу брони вашего героя. Блин, прикольно. Ну и морской великан тоже прикольно. Давайте великана возьмем. Так, давайте теперь... А, давайте алого крестоносца вообще возьмем. О, щитоносец Энджин, заходи. Обожаю я их. Так, священник Синдарай, заходи, будешь щитоносца прокачивать. Лепрогном за 1 единицу. Или священник Синдарай. Давайте еще одного священника Синдарая возьмем. Вы берете карту. Вот, кстати, у нас мало карт, которые бы нам давали карты. Ну ладно. Как-нибудь что-нибудь попробуем придумывать. Воинам. Колода. Блин, мне не получается на самом деле собрать хорошую колоду на арене. Вот я сколько не пытаюсь, сколько я не как бы
стараюсь, но мне что-то как-то вот не получается. Хорош! Вот сейчас испытаем сразу против воина нашу колоду. Посмотрим, как она себя показывает. Или смерть! Я сокрушу тебя! Я сокрушу тебя! Так, ну естественно, два щитоносца приходят, они нам не надо. Внутренняя ярость. Вот, кстати, ту легендарку надо было брать. Слушайте, с внутренней яростью она бы стала очень сильной. Я вот забыл про нее. Да, блин, не ту легендарку я взял. Вот черт. Вот чеш, ё-моё. Ну ладно. Ничего страшного. Так, давайте вот этого вызовем. Пока. Потом священника Синдарая его бафнем. Вожак лютых волков. Волков. Волчар. Ну, он нам дает пока занимать поляну. Это хорошо. Так, я все-таки за священника Синдарая, а не за дракончика. Опс. Счет размочили. Сейчас еще дракончик выйдет. Да, и чем больше существ на доске, тем круче. Ну вот он, мощный удар. Чтобы взять карту. Монетка и что-то там еще придумал, покажи. А, и рассекающий удар. Ничего не скажет, зачистил. Конечно, это ему стоило много маны, но ничего страшного. До конца хода. Вот этой штукой можно убивать. Андария будет нашей! Считай, как этот. Как... Так, одну единицу плюс два к атаке, это 5, плюс еще одна, это 6. Ладно, давайте просто лютоволка пока поставим. Поднимем щиток. Просто стукнем его там, этого чебургена. И у него три жизни, это уже не так пугающе, как все. Дай мне задание! Авантюрист, вы посмотрите-ка. Броня на заказ! Каждый раз, когда вас... Что? Получает урон, вы получаете плюс один... О, неплохо. Так. Вот мне сейчас надо подумать. Боевой клич замораживает или провокатора выставить? Что же теперь? Блин, он начнет следующим ходом бафать своего этого чебургешку. И вот это мне не нравится. Так, я могу сделать командирский крик, да? Тогда убить этого. А на этого внутреннюю ярость убить вот этого. Ну здравствуй. И 4 у меня останется, ладно. Ну хмелевара понту нет призывать. Ладно, командирский крик делаем. То есть делаем вот так. Задание не выполнено. И я вот не знаю, вернут ли дракошку себе. Ладно, пока не буду. Пока просто закончу ход. Вот так вот. Да, вот это, конечно, мастер бросил. О, вот трясинечкой ползун, это замечательно. Казы. Ничего себе, он так казнь потратил на такое слабенькое существо.
Так, пока заморозим вот этого вот шифрика. И все. Примкни к нам или умри. Блин, сейчас возьмем можно карту одновременно. Хорошие связки выпадают нашему сопернику, тут ничего не скажешь. А, нет, не будет брать карту пока. Хорошо. Так, гоблин-аукционист пришел. Вызвать его и вот так вот убить. Давайте вызовем его. У меня самые выгодные цены. Вот так. Вот нам карта. О! Стоямба. Мы можем этого превратить в белку. Или в дьявола этого зябра. Так, ладно, давайте вот так убьем. Лупс получил карту Сильвана чего? Сильвана, по-моему, легендарку он получил. Вертокрылая, да? Прикольно. Убили мы, в общем, его ползуна. Я должен сделать. Так, Мильваром бы сейчас вернуть маны. Но вернуть уже не получится. Всего тогда. Вот это то, что она ему броню накидывает, это все ерунда, эта броня. Лок щитом, пусть хоть 100 у него брони будет, когда у него не останется существ, мы его будем долбить, и все хорошо. Ну, это тебе пригодится. О, оружейница орать, он сейчас стучит по нашему этому чубзику. Скорее всего. Я так думаю. Хотя 7. Да, стукает. Ну вот и вся его броня рассыпалась. Да! Удар героя. Ваш герой получает плюс 4 и карту еще возьмем, да? Давайте, заюз. Мохтар Огар! Можно, в принципе, убить, но я, наверное, вот этого убил. Я ведь уже мертва. Так, и давайте, наверное, пожалуй, провокатор. Открыто. Время платить по счету. Лови бонусяру. У нас просто, если он сейчас супер большое какое-нибудь существо призовет, мы его тут же превратим в белку. Вот этим нашим чуваком. Ну, хотя бы такое существо. Ну, за 6 маны там не меньше. Видите, у него уже травы. Что же теперь? Что ж придумать? А, вот он. Он убить вот этого. Говорят, у вас возникла проблема. Да, но, конечно, существо в маркировке мы пройти не можем. Такое вот. И, наконец-то, размениваем эту бронебойную чекету. Так, вот, наконец-то, пришел Сейнджин. Выходи, Сейнджин. Моя броня, выходи, оружие. Тебе пригодится. Давайте. Мохтар Огар! Сняли мы с него бруньку. Ну, он, конечно, этим своим сейчас скрытым убийцей бьет. У него 13 карт, у меня 14 карт. Ну, нормально, одинаково. Но у него тут да больше. Да ты что, шутишь, что ли? Блин, пипец. Вот это ты, конечно, зря. А что, у тебя существа, что ли? Так, ну мы сейчас в белку вот кого-то из них превратим. Одного в белку. Пожалуй, вот этого. Хотя нет, он не пусть. Огненная секира. Да ну куда столько. Не, надо этого в белку превращать. О, как замечательно.
это была ошибочка, паренек. Сейчас мы даже, знаете, как сделаем? Мы убьем вот этого атакой героя. Убьем атакой героя. Тебя мы превратим в белку. Что? Я думал, можно выбрать. Блин. Ты называешь это оружие? Я-то думал, можно выбрать. А выбрать нельзя. Фигня, я думал, можно выбрать. Блин. Я думал... Да ну, ё-моё, это же отстой полная не карта. Зачем я ее взял вообще, этого мастера замкалица, или как он там? Вообще отстой полный... Блин, я... Я думал... Дополнительный эффект при разыгрывании. Блин, вот это отстой, я ему помог на самом... Не, ну как, мы... Конечно, этого слабее сделали, в принципе, и смогли убить, но с разменом. Я хотел в белку. Уже пошел на наш... На нас, в общем, пошел. Ну а что, тут все просто. Мы вот так делаем. Готово. Готово. А вот интересно, я вот так вот убью. О, 6-1. То есть можно было... Но это я так, чисто для проверки уже. За орден! Чисто для проверки. Проверяю, так сказать. Прощупываю почту. Не, можно бафать под этим командирским криком нормально. Это хорошо. Но я сомневаюсь, что у него есть веер кинжалов. Массовой зачистки у воина нету. А вот оружие у него может быть. Не, вы посмотрите, а, есть у него этот вихрь. Да ну ёшкин ты кот. Ты чё, прикалываешься? Не, ну хотя за одну ману чё неплохая штука. Мы должны очистить солнечный колодец. Примкни к нам или умри. Блин, вот это, конечно, фигня. Почему я не мог выбрать? А он пишет, в кого он будет превращать. Что-то вот я не понял сейчас с этой картой. Ладно, дабы разобраться, я сейчас сделаю, знаете как? Я вот сейчас верну его себе в руку. О, держи кружечку. А теперь выставлю. На этот раз все получится! А, 5-5 или 1-1. Вот сейчас белка по-любому. Ну и кто бы сомневался? Семья! Дело сделано. Блин, она теперь еще и каждый раз, когда вы призываете существо. Вообще, командир песни войны настолько убожеств. Я думал, блин. То есть надо ее вначале вызвать. Да, мехмастер-замыкалец, это такая говняная легендарка. Просто пипец. Просто пипец, насколько она говняная. Я больше ее никогда не возьму вообще нигде. Он, ну блин, врага главное превратил в этого, в 5-5, а мою в белку. Чё за фигня? Или он по очереди превращает? Конец близок!
вот запинаем этого твоего пироманта, не боись. Запинаем. О, отлично. Причем мы его даже вот так запинаем. Еще по одной. Я тебе благодарен. Он мне благодарен? Ну окей. В начале вашего хода уничтожает всех существ. Да, он мне благодарен. Примкни к нам или умри. Можно одновременно. Плюс два к атаке и рывок. Это он кого? Кода убьет сейчас? А, нет, он, наверное, Хмелевара убьет. Белку убил. А, чтобы карту взять. Вот оно как. А чё это ему две дали карты? Что-то я сейчас не понял. Вы берете карту за каждого вашего... А, герой, видимо, тоже считает. Тогда прикольно. Так ты иди в размен. Еще по одной. Ужасная. Так, у него 4 карты осталось. Скоро усталость пойдет, да убить. Броня на заказ. Мастер брони фигня. Ты называешь это оружием? Фигня. Фигня. Отлично, сейчас со всеми разберемся. Ой, хорошо, как у нас провокатор пришел. Ну что я предлагаю сделать вот так вот? А этого дворфа пусть стоит, пойдем его добивать дальше. Казнь пока прибережем, может у него есть сильное суперсущество какое-нибудь. Мои глаза всегда. Это фигня. Чё ты там колдуешь? Поднять щит. Казнь. Ради бога. Ну и бей дворфом вот этого моего чубзика. Бей. О! Я тебе благодарен, чувак. Лови посылку. Отлично. Слушайте, у нас уже 12 брони. Вот сейчас бы удар щитом, там тот мощный, он бы нам помог. Карта удара щитом. Ну и все, мы тут победили. Варген нам уже не опасен. Но он еще сопротивляется. Видимо, Чебурген на что-то надеется, но... Ой, я думал, у меня игра повисла. Так, ну, вот так убьем. Слушайте, у меня как-то... У меня лагать стало, и мне это вообще не нравится. Неплохо сыграно. У меня скоро кончатся карты. Я тебе благодарен. У меня как-то все сейчас так подлагивало, и я прям... испугался. Сейчас потом... Хоп ему, ваш противник вышел. И он такой, ура! Ура, а я победил! И это у нас первая бойня так длится. О, пошли все инжины. Они у нас все в конце собрались. Лови, посыл. Ура, победа! Да, что-то у меня игра подлагивает. Я... Там проблемы еще с чем-то. Вот. Я просто. Так. Ну, не лагай. Отлично. Все, отлагало. Я просто сейчас гружу еще параллельно видео на YouTube. Наверное, не стоит этого делать. Грузить видео на YouTube и играть в Hearthstone. Просто Hearthstone нужен интернет, чтобы передавать там информацию. Ну, хотя же все-таки мы через интернет играем. Так что ладно. Этот выпуск мы на этом закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.